Я на верном пути. Была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда! Я ищу ведьм с кривоуховых топий. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топий? Нам нельзя на топи. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка. Бабушка сказала, это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется. Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Как и говорил. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, и Вася? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше. Сплошная брань. Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот, видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видит. Я просто с ребятнёй разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела.
И платья у меня были цветами разокрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Ну все, хватит. Я задал простой вопрос. Видела ты эту девушку или нет? Не бойтесь, детки. А чего тут бояться, бабушка? Ему важно, вот он и злится. Может, и Васик что знает? Отведу-ка я его к Ивасику, пока этого кондрашка не хватило. Ивасика ты сам выдумал. И не смей говорить таких гадких слов. А ну, ступай в хату. Будешь у меня в углу стоять. Я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты кончай малышей пугать. Иди уже, уходи. С войны возвращается. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужие детей крадут. Я задам тебе только один вопрос. Ничего ты ему не задашь. Ты чужой. Нельзя с чужими разговаривать. Давай есть. Суп со шкварками. Ты слышал? Он говорит, что боится тебя. Не пугай мне детей. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Вы сами-то Ивасика видели? А то, на вид примерно, вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала, а бабушка много знает. Бабушка вас... Не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет и боится. Потому что говорит, что нас чужие могут забрать, и мы тогда пропадем. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится.
не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это в заперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Девушка, о которой я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Васика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет, говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает и Васика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, 18, 19, 20. Я иду искать. Я тебя нашел. Не прячься. Как ты меня углядел? Вот ты где. Я тебя вижу. Повезло тебе. Все нашлись. Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Я вас нашел. Теперь держите слово, помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в голодно укусил! Иди сюда, бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать,
Я видел его нору, но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими, а то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится, хоть и говорит, что он придуманный. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду. Других поубивали. Моих, раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда домой возвращался, услышал крики и смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая, совсем без головы. А потом мама... Все, не надо, хватит. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь? На самом деле он непридуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе.